То, что люди думают о тебе или о твоей мечте, тебя это вообще не должно касаться. Поверь, они в один голос будут говорить тебе, что это невозможно лишь потому, что сами такого не видели. Этого им достаточно. Пойми, историю не только изучают, ее еще и пишут. Пишут люди, которые не боятся мечтать. Ты должен взять с себя слово, что сделаешь это, что не сдашься, пока не дойдешь до конца, будешь отсекать все протесты, никогда не разочаруешься, не потеряешь энтузиазма, не подумаешь, к черту все, я не вижу света в конце тоннеля. Ты должен понять, что это часть программы. Так же, как и физически слабый человек может стать сильнее, тренируя мышцы, слабохарактерный может укрепить свой стержень, тренируя правильное мышление. Если ты избавишься от слабости и на все будешь смотреть через призму своих целей, ты станешь одним из тех избранных, кто видит в поражении лишь очередной этап к успеху. Майкл, несколько слов. Что ты чувствуешь после этого поражения? Вы удивитесь, но у таких людей абсолютно любые обстоятельства, они умудряются заставить их работать себе на пользу. Те, кто пожертвовал малым, добьются малого. А тот, кто хочет многого, тот знает, что ему придется пожертвовать многим. То, что ты начнешь делать завтра, изменит твою жизнь. Основная составляющая в прогрессе человека – это дисциплина. Если тебя цепляют правильные вещи, считай, что дело сделано. Научись получать удовольствие, быть счастливым от того, что ты, в отличие от других, способен заставлять себя делать то, что ты должен делать. Тяжело, но ведь и ты будешь не менее тяжело трудиться для этого. И когда ты выложишь все свои силы, доведешь себя до изнеможения, ты поймешь, что оно того стоило. Ты осознаешь, что теперь ты готов.